Ну что, Маюкас, куда мы приехали? На озеро. Речка Нерис, озеро ты озеро. На щуку и лосось ловим. Рыбаки вон стоят. Терпение у них есть. Ну вот, мы здесь, на этой стороне. Были вот там, где большое дерево, и сейчас здесь уже. Сейчас подошли. Появился там рыбак на другой стороне. Он. Где-то час. Идет вот. Вдоль берега тоже ловит. Вот такое расстояние. Далеко он. Смотри, что я пришла. Давай. Травки быстро. Файна, щука. Кишка погава, Томас. Эй, нам. Че бусрей колудай, штраук. О, какие. Тихо. Царги мою книг. А так я прикижу ее отмой. Кого я живу-то? О! А что, тоже здесь? Кур подсакать свою? Ну бег подсакать не ж, бе, то лило бы. Бег грей ты. Давай, грей. Грейчо, бегом. Уже дегось не штраукся, не? Ты из сиркабину то мы ты. Вена, антра, третья. Не в поклепке сокис было. Ну, ты грейтер, не? Грейчоу! Тормоз. Бегом давай. Маю свое бега, няша. И что с Ветос мы сотеем вот. Несет садок.
Вот, держим в речке, да? Как собачку на поводке. Ну давай, что там у тебя, кирпичи посыпали задницу или что там? Давай бегом, спортсмен, давай, давай. Не липки паца копати, лайки, аукштей, аукштей лайки. Вот так, держи наверху, вот так. Давай, давай, давай бегом, бегом. Ну, что тут снега набрал, тут волокешь тут, ну. Все, не ругайся. О, осторожно, Томас. Вот так надо рыбакам. Входить внутрь в речку и выносить улов. Ну как тебе, Майерс? Нормально. Только кто-то меня здесь подкрадывает, что я сюда побежал. Блять. Сергей. Осторожно, осторожно. За хвост держи. Иди. Иди за хвост держи. Отпустишь. Вон здесь. Иди туда. Блять, уже до гос, лакик. За хвост держи. И кис голова. Голову засунь. Вот так. Лайков, не держи голову. О, видишь? Сидит по ледине. Дари. Дар. Еще, дай, еще, упал. Еще. 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 Во, во, сейчас он привыкнет. Снега ему чуть-чуть дай. Он стресса получил еще. Вот так, во. Во, вот так, во. Надо где поглубже, чтобы он привык бы. Воды хорошей ему надо. Здорово. Во, пошел, во. Видишь, как пошел? Вот так. Ну как, ты почувствовал рыбку? Хорошая? Весь грязный. Еще и упал. Надо руки помыть как-то. Мокренький. Ну чего, рыбалка такая. Мою. Майус учится ловить рыбу в речке зимой. Лосось, щука в основном тут. В такое время. Февраль. Только детям надо под присмотром, потому что тут лед был местами тоненький. Опасно ребенку ловить одному. Так одному плохо это. Экстремалом надо быть, надо с кем-то ловить. Зимняя рыбалка. Ну как, Майя, рыбалка? Что нормально? Так ты поверни голову сюда, ну. Подсек и пошел работать. Ляд. Зачем, зачем?
Что, Майя, ручки замерзли, да? Очень. Холодно давай, тебе, да? Еще раз. Давай еще раз. Тут будет шлаки. Иди как дерьмо. Холодно рукам. Очень. Чувствуешь? Ага. Как воблер. Греть лято, смотри, греть. Горай, стабильно. Оп. Я пишу, ты снимаешь. Маются ручки красненькие. Все, заканчивается рыбалка. Так что, ребятушки, до встречи!